Приветствую наших украинских друзей. Напомню о существовании такой отвратительной российской традиции приурочивать начало военной агрессии и карательной экспедиции против соседнего независимого народа к определенным знаменательным датам, одной из которых является 23 февраля, День Советской Армии. В 1944 году чеченцы и ингуши подверглись сталинской депортации в Среднюю Азию и Казахстан, который признан актом геноцида. И также начавшаяся атака на суверенное украинское государство в прошлом году, 24 февраля, также была приурочена к этому празднику. Мы, чеченская диаспора Франции, намерены 23 февраля этого года провести манифестацию напротив российского посольства в Париже. Начало акции 15:00 и до 17:00. Мы просим наших украинских друзей поучаствовать вместе с нами в этой акции в знак протеста против российской агрессии, против суверенного украинского народа и государства, а также в протест против акта геноцида, сотворенного над чеченцами в середине прошлого века. Ждем вас и до встречи. Спасибо.